Данный узор называется столбики без накида из передней нити петли основания. Набрать можно любое количество петель, я наберу 20. Так, делаю первую петлю и набираю 20 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять и так далее. Я наберу всего 20. Итак, вот у меня получилась цепочка из 20 воздушных петель. Теперь мне нужно связать одну воздушную для подъема. И дальше я буду провязывать все воздушные петельки, все 20, обычными столбиками без накида. То есть сейчас я провязываю всю цепочку столбиками без накида. И так далее до конца. Я довязываю первый ряд столбики без накида. Вот у меня осталось 2 петельки. Затем делаю воздушную петлю для подъема и начинаю задевать, то есть провязываю такие же столбики, только задеваю за переднюю нить петли основания, то есть вот за эту. Всего у нас у петли 2 нити, задняя и передняя. Соответственно, я буду вот за эту нить задевать. То есть провязываю только за данную нить. Столбики вяжутся также, только вот задеваются за переднюю нить. Так мне нужно провязать до конца. То есть задние нити, они будут выступать как бы с другой стороны. Итак, до конца мне нужно довязать данный ряд. Задеваем за переднюю нить. Довязываю данный ряд. Это у меня второй ряд. Вот последняя петля. Затем делаю воздушную петлю, поворачиваюсь и опять вяжу такие же столбики, задевая за переднюю нить петли основания, то есть вот сюда. То есть все время я буду вязать ряды, задевая за передние нити. Так. Сейчас у меня уже с другой стороны задние нити остаются как бы не провязанными. Итак, вяжем необходимое количество рядов, столько, сколько вам нужно. Всегда у нас задние нити будут оставаться не провязанными. Итак, я связала несколько рядов. Если быть точной, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 рядов. То есть получился вот такой узор. Он одинаковый с обеих сторон. Это полосы, выступающие задние нити, которые я не провязывала. Количество рядов вы можете связать столько, сколько вам необходимо.